Скажите, а чем Дмитрий Андреевич занимается? Дмитрий Андреевич работает в кино. Он закончил продюсерский факультет, и сейчас вот он работает в компании «Профит» Игоря Толстунова. Угу. По-моему, он замдиректор. Угу. Ведь сперва он выбрал совершенно другую профессию. То есть вот он учился. Да, и три года, так сказать, он должен был быть. Усердно пытался овладевать этой радиоэлектроникой и автоматикой. А почему так случилось? Это отец? Вы как-то с ним поговорили? Вот как произошла эта метаморфоза? Почему вдруг человек так резко сменил приоритеты? А это нет, это абсолютно внутренняя его заслуга, так сказать. Это его, так сказать, переживания. Вы хотите сказать, что он с вами не советовался? Его внутренние перетрубации нет. Он меня поставил перед фактом, что он ушел из института. Ага, так. Вот. И на вопрос, а что ты теперь собираешься делать, он говорит, я бы хотел работать там, где люди. Я говорю, а почему все-таки вот это вот не случилось там? Он говорит, я подумал, что всю жизнь вот это вот... Я, говорит, не могу, мне интересно с людьми. На самом деле он, как я смотрю, он нравится, он, так сказать, вновь приобрел свое обаяние, живой, он очень коммуникабельный. А он когда-нибудь оценивал вашу работу? То есть вот говорил, что ему что-то понравилось, что-то не понравилось, что-то озадачило или нет? Работу? Не, да, и в кино, я имею в виду, в кино, в театре, вашу профессиональную деятельность. Да. То есть он с вами общался когда-нибудь? Да, вот, нет, почему? Это вот, пожалуйста. Нет, ну не все решаются. Нет, в этом смысле у нас не было с ним никаких тогда, никогда. Нет, он... Я просто хочу вспомнить, когда-нибудь он что-нибудь такое... Он неплохое сказал, нет. Наверное, может быть, меня щадил в определенной степени. И, наверное, щадил, потому что если там ему не нравился спектакль, он позволял себе говорить, ты знаешь, это неинтересный спектакль, это немножко скучно. Или еще что-то. Я говорю, ну, а папа... Пап, спектакль неинтересный. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».